Певец-шаман, по паспорту Ярослав Дронов, в интервью проекту «Откровенно с татаркой» рассказал о своей дочери Варваре от первого брака. После женитьбы на Елене Мартыновой он выступал в составе группы «Час пик», пел на частных концертах, но пробиться на большую сцену не мог, зарабатывала в основном жена. Певец часто вспоминал о своей дочери, родившейся в 2014 году. По его словам, когда не получалось построить музыкальную карьеру, у него была мечта, чтобы дочь, когда пойдет в школу, могла гордиться своим отцом. Ровно так и произошло. «Она пошла в первый класс, а у меня пошла карьера в гору», пояснил исполнитель патриотического хита «Я русский». С матерью Варвары, учительницей Мариной Рощупкиной, шаман расторг брак в 2016 году. Сейчас дочь живет с матерью в Новомосковске. Из-за плотного графика выступлений артист видится с наследницей не так часто, как того бы хотел. Но он стремится постоянно поддерживать связь с Варварой.